из минеральных удобрений у нас в сарае нашлась аммиачная селитра. Ее я беру, ну, примерно грамм 70, может быть 100, больше не нужно. Перемешиваю ее с почвой на дне ямы. Для чего? Для того, чтобы корни, когда придут сюда ниже, они нашли эти минеральные удобрения, но не ранее, чем месяца через два, когда мы будем поливать саженец, минералка растворится и не обожжет нежные корешочки саженца вишни.